Основной проблемой при выращивании овощей, сои, хлопка и многих других культур является трудноискоренимый вредитель белокрылка, который наносит ущерб тремя различными путями. Во-первых, белокрылка откладывает яйца на растения, и после отрождения личинки прикрепляются в выбранном месте и начинают питаться, причиняя прямой вред растению. Во-вторых, личинки выделяют медвянную росу, которая является субстратом для роста сажистых грибов на листьях и плодах. Этот налет блокирует фотосинтез, вызывая снижение количества и качества урожая. Третья угроза исходит от взрослых насекомых, которые являются переносчиками вируса желтой курчавости листьев томата. Таким образом, белокрылка наносит вред тремя путями – непосредственным питанием на растении, выделением медвяной росы, на которой развиваются сажистые грибы, и переносом вирусов. Лирум является новым высокоэффективным инструментом в защите от белокрылки и других сложно контролируемых вредителей, таких как медяницы, клещи, минеры и чешуекрылые. После опрыскивания препарат проникает в лист, перемещаясь по нему трансламинарно. Применение в баковой смеси со специальными адъювантами ускоряет процесс проникновения препарата в лист. В отличие от других продуктов, Лирум – это удобная в использовании формуляция двух действующих веществ – центронилипрола и абомектина, органично дополняющих друг друга. Лирум обеспечивает быстрое прекращение питания вредителя и выделение медвяной росы, предотвращая образование сажистых грибов. Кроме этого, он сокращает количество отрождающихся личинок и убивает взрослых насекомых, сводя к минимуму прямой вред и предотвращая заражение болезнями. Лирум – удобный и надежный инструмент для контроля широкого спектра трудноискоренимых вредителей и отличная альтернатива существующим продуктам. В России Лирум зарегистрирован для применения на томате и огурце защищенного грунта, а также яблони. Ожидается расширение регистрации на лук, капусту и томат открытого грунта в 2024 году. Благодаря новому механизму действия у производителя появился инструмент, с помощью которого можно построить эффективную систему защиты даже против устойчивых к другим инсектицидам насекомых.